30 лет назад был утвержден День государственного флага России. Праздничные мероприятия проходят по всей стране. В Люберцах главной локацией стал Центральный парк. Подробнее расскажем в сюжете. Праздник главного символа, день флага нашего триколора. Это флаг, который олицетворяет стабильность, это флаг, который олицетворяет традиции. Традиции нашей страны уходят глубоко в историю. Всем здоровья, мира, добра и всех с праздником. Люберчанам, которым исполнилось 14 лет, Владимир Волков торжественно вручил основной документ гражданина Российской Федерации. Я очень рада в такой день получить паспорт. В день флаг России. Поздравляю всех, желаю счастья, здоровья и хороших оценок в сентябре. Для школьников большая развлекательная программа. Интерактивно-познавательные игры, лекции, художественная роспись от русских народных промыслов. Для малышей – мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. И сегодня мы делаем лошадку. И гриву ее сделаем в цветах флага России. Смотрите, верхний слой мы сделаем белый, потом синий и красный. Смотрите, какие красивые лошадки у вас получаются. Со сцены звучат патриотические песни в исполнении заслуженных артистов Московской области и творческих коллективов округа. В каждом произведении любовь к Отечеству и гордость за свою страну. Мы поздравляем всех с праздником, с Днем государственного флага, с Днем флага России. Россия – мощь. Победа будет за нами. Ура! Желаем вам, дорогие люберчане, здоровья, счастья и всего самого лучшего. Поздравляю с Днем флага всех люберчан. Желаю, чтобы такое хорошее настроение было у вас всегда. Праздник установлен указом президента Российской Федерации в 1994 году. Он посвящен возрождению национального триколора, который как символ государства начали использовать еще при императоре Петре I. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.